Я довольна. Конечно же, были ошибки, над которыми мы будем сейчас работать. Но если подводить общий итог, то я довольна, что смогла, то сделала. Я выступала тут одна от России, и было намного сложнее справиться с нервами, потому что на чемпионате Европы и мира мы втроем выступаем или вдвоем. И как-то попроще психологически выходить, выступать. Организация тут на высшем уровне, и нас каждый раз провожают волонтеры до площадки. Говорят, сколько осталось времени, через сколько тебе выходить. То есть очень организованно, и все четко по времени идет, ничего не опаздывает.